36-й традиционный легкоатлетический забег в поселке Шапки собрал гостей со всех уголков области. Более 200 участников – это почти на треть больше, чем в прошлом году. На забег в Шапке приехали отовсюду – с области, города, но преимущественно из Колпинского района. На традиционном легкоатлетическом празднике много тех, кто начинал свою спортивную карьеру именно здесь. Например, колпинец Валерий Дубченко. Он завсегдатай этих соревнований. Хоть и не профессионал, старается не пропускать крупных забегов не только в Петербурге и России, но даже за рубежом. Здесь очень интересный рельеф. Здесь есть и подъемы, и спуски. И спуски есть и крутые, есть и гуны. В общем, 6 километров они позволяют, что называется, прочувствовать всю легкую атлетику. К тому же в этом году и удобств больше. Местная база отдыха впервые позволила расположиться на своей территории. Нас пригласили сделать здесь цивильные соревнования, чтобы была музыка, чтобы было где детям пробежать, где раздеться, где туалет и так далее. Раньше у нас только было вот здесь на горке. Старт был здесь, поле футбольное вот это, и стартовали, и выходили. Было как немножко, знаете, то дождь, то ветер, это дождь, и не всегда было комфортно. Легкоатлетический забег вот уже много лет семейный. Здесь есть две детские дистанции для тех, кому больше 7 лет, и тех, кому меньше. Так Чита Мининых приняла участие в полном составе. Папа взял 6 километров, а мама пробежала 300 метров вместе с двухгодовалыми близнецами Ильей и Яной. У нас спортивная семья, мы не курим, не выпиваем, занимаемся спортом активно, бегаем, прыгаем. И стараемся детей приобщать. Ведем здоровый образ жизни, поэтому здесь. Есть и скандинавская ходьба на 2 километра, как отдельный вид соревнований. На всех коротких дистанциях уже ни мест, ни проигравших нет. Медали получают все участники.